Теперь космонавтам пора поесть суп. Смотрите, мама ставит первую точку, и мы с вами называем, тянем первый звук. Какая придет первая буковка? Ребенок от точки пишет первую буковку. Буква занимает свою клеточку. Дальше поем. Суп. Приходит буква У. Точно. У занимает вторую клеточку с уголочка в уголочек, с серединки вверх. Так, что же у нас слышно на конце? Суп. П. П. На конце приходит буква какая? Точно. П. П занимает следующую клеточку вверх, в сторону, вниз. Давай проверим. Приготовили ли мы с тобой суп? Ставь пальчик, читаем. Суп. Точно, у нас появился суп.